Это ближе к обеду территории 19-й школы еще в более-менее приемлемом состоянии. Всю ночь коммунальщики откачивали талые воды, которые к вечеру понедельника добрались до крыльца учебного заведения. Снег таял так быстро, что занятия пришлось отменить. На штабе отмечают, ситуация серьезная. Коммунальные службы работают в авральном режиме. Отопление частного сектора, в общем-то, нет, допустили. Вот, откачка производилась в том числе и ночью, вот, и производится сейчас. То есть стоят монопомпы на улице Гагарина, на улице Алтайская, а с машины на улице Черемшанка. Дополнительную технику пришлось привлечь для откачки воды на проспекте автостроителей. Прочищенные выходные ливневки не справляются с тем количеством талых вод, которое поступает в систему. В условиях всеобщей коммунальной мобилизации не отставали и управляющие компании. Ну, хотя бы по отчетам. Устранено все на 100%. Завалы, вот эти, которые после трактора, сегодня будут устранены до обеда. Водники работают. Замечание сделано в апреле 66, 68, 64. Вчера же после обеда трактор прошел, все прочистил. Дополнительно работал еще один трактор во втором микрорайоне. Все замечания, все было устранено. Глава администрации города потребовал от подчиненных жесткого контроля за всеми видами противопаводковых работ. Будем пешочком ходить сегодня. Тут уже традиция стала. Прошлый штаб пошел гулять, позапрошлый штаб пошел гулять по городу. Так и буду я с вами гулять, пока порядок не найдем. Вот кто-то через опять будем прогуливаться. Пойди, если есть, что уберите. Наталья Васильева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.